Привет, с вами я, Стив, и сегодня я вам расскажу, кто такой Your Shadow. Вы меня спросите, почему я начал именно из Shadow? Потому что он один из самых сильнейших персонажей во вселенной Соника. Shadow всегда серьезен и почти никогда не улыбается. Он был создан 50 лет назад от на колонии Арк. Его подругу Марию, как это печально, она жестоко не говорит, убили прямо на глазах у Шеда. Но его успели спасти. Он появлялся в Sonic X и в Sonic Adventure 2. В Sonic Adventure 2 было его самое лучшее появление. Возможно. Но это не точно. Ха! И в Sonic X и в SA 2, ну, почти эти два проекта о Сеге одинаковые. Почти. А именно, там в этих двух проектах... Ребят, спойлеры! Одни спойлеры. Короче, вот спойлер. Shadow в обоих проектах умирает. Как печально не говоря. И да, я сюда впихнул дисклеймер для тех соникофанов, которые еще не смотрели там, не играли в SA 2 и не смотрели Sonic X. Shadow непонятно как воскресили в Shadow the Hedgehog. Или какая там игра идет после Sonic Adventure 2. Или в Hero Users вообще. Я бред его знает. Блин, в Shadow the Hedgehog там три концовки. Он узнает, в первой он узнает, что он герой, во второй там он узнает, что злодей, в третьей он узнает, что он вообще андроид какой-то. Это безголовый, блин. Не безголовый. Он еще появлялся в почти во всех играх Соника. Почти. Акцент на почти. Еще, кстати, в Sonic... Вы смотрели новое видео на канале Sonic the Hedgehog? Хотя оно уже давно вышло. И там показывался геймплей за Shadow. И да. Есть дополнение, которое добавляет... Ну, точнее, делает... Дает вам возможность сделать фейкера Shadow. Но геймплей за Shadow сам был... 10 из 10. И... Стив одобряет. Ну ладно, ребят. Я говорю несерьезно. Shadow это... Один из двух персонажей, которых есть декорации на... Этих шипах, которые отличаются от остальных ежей. Эй, в самой франшизе. Второй это Мефилис. Про Мефилиса я вам расскажу в следующем выпуске, если данное видео наберет 3 лайка. Вот просто я от вас прошу, 3 лайка. Там некоторые просто целых 1000, а я только 3. Я не тот школьник, который просил. И у тысяча лайков. Лайков. И... Наверное... Он вообще там удалил свое видео. Ну ладно, ребят, на этом мы с вами заканчиваем данное видео. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на мой канал, смотреть эти еще видео. А с вами был я, Стив. Всем пока. И да, туториал, как сделать нормальную громкость в микрофоне, выйдет после этого видео. Пока.